Снег летит за воротник. Колом встал бушлат. Весь как будто снеговик, прикорнул солдат. Снится дом, семья, тепло. За окошком тишь. Как бы в баньке припекло, сын сопит, малыш. Только это просто сон, редкий и короткий. Закрепился батальон ниже чуть высотки. Он за эту высоту 2 недели бился. Стало прям невмоготу. Вот и отрубился. Не спеши судить бойца. Он за нас там с вами. Нет там елки, холодца, водки с пирогами. Нет кровати и тепла. Негде и помыться. Жжет врага он там дотла. Сил немного биться. Расскажи, чем ты помог, раз в тылу остался? Шлем купил? Послал сапог? Или не пытался? Ждешь скорее бы Новый год, как свинья нажраться? Лег сегодня целый взвод. Нас не смог дождаться. Может, хватит отмечать и пускать салюты? Нашим надо помогать, кто раздет, разутый. Что отметить собрались? Новую лишь дату? На войну же оглянись, каково солдату. Он за нас там в бой идет и друзей хоронит. Здесь народ спокойно жрет, слезы не уронит. Но настанет день и час, все ответ дадите. Будет и салют для вас, если победите. Сдвиньте в сторону салат, хватит веселиться. Там за нас стоит солдат, ему голым биться. Враг, пока не при дверях, не проснетесь даже. Где же ваш пред Богом страх, души словно в саже? Снег летит за воротник, колом встал бушлат. Ты покаял медовик, там погиб солдат. Новогодний марафон. Поможем нашей русской армии. Нашим русским бойцам идет сбор денежных средств на закупку, средств личной гигиены, теплой одежды и обуви, продуктов питания, техники и многого другого. Пожертвовать можно на банковскую карту. Записывайте номер. Также Никольский храм поселка Добринка, где богослужение совершается ежедневно, принимает записки с именами о здравии и упокоении. Пишите имена ваших сродников на номер телефона. Звонить можно с 7 часов утра до 11 часов ночи. Круглосуточно WhatsApp и Telegram.